Педагоги Петродворцового центра социальной реабилитации инвалидов выиграли конкурс проектов в Кронштадте «Ты можешь все». Их работа стала лучшей среди видеороликов. Лучшим социальным роликом стала работа педагогов Центра социальной реабилитации инвалидов Петергофа. Видео под названием «Все в твоих руках» рассказывает об увлечениях и хобби, которые наркозависимые могут открыть для себя в центре и которые могут помочь им избавиться от пагубных пристрастий. Думали, что же такое снять, вот, чтобы показать, а чтобы одновременно не показывать наркотики в кадре, и в то же время показать вот какой-то позитивный финал, что есть альтернатива, что нельзя сдаваться. Лучшая профилактика асоциального поведения среди молодежи – доверительное общение с родителями, считают организаторы конкурса. Именно поэтому победителем в соответствующей номинации стал проект старшеклассницы из Кронштадта «Любить детей, а не баловать». Анастасия Райшис предлагает семьям целый комплекс игр, постановок и других способов проведения досуга для создания теплых отношений между детьми и их родителями. Это скорее помощь родителям открыться детям и детям открыться родителям, чтобы они друг друга поняли и наладился контакт в семьях. Потому что у многих детей в семьях нет контакта и вот этих вот близких отношений. Жюри выбирало лучшие проекты в 6 номинациях. Никаких особых требований к участникам не было. Главное, чтобы проект охватывал как можно большую аудиторию, все аспекты выбранной темы и был интересен петербуржцам. Причем методика может еще не применяться на практике. Те проекты, которые, так скажем, еще не реализованы в дальнейшем, в принципе, конечно, и мы, может быть, как площадка «Дворец молодежи» готовы сотрудничать и взаимодействовать вместе для того, чтобы реализовать этот проект совместно. Всего на конкурс было подано 13 заявок. Организаторы надеются, что в следующий раз конкурс соберет больше проработанных новаторских проектов.